Мы понимаем, что мы с вами встретились, друзья дорогие, дорогие телезрители. Не так давно мы с вами пережили, сами помните, что. Ну вот, наконец, те катаклизмы, которые нас отделяли друг от друга, завершаются. И мы уже возвращаемся к обычной нормальной жизни. И вот даже решили сделать не онлайн-обучение, а вот сейчас именно идет обучение базовому курсу регрессологии в очном режиме. И вот оно, первый день этих занятий, он только-только закончился. Более того, я рада тому, что не только базовый курс мы сейчас ведем, но и вчера у нас прошла очередная ступень курса «Профи». Это для тех, кто уже специализируется по регрессионному поиску и по трансовой психоэнергетической коррекции. Что называется, ура-ура, мы продолжаем, мы развиваемся. И будем надеяться, что сейчас, в ближайшее время, нас, наше развитие, никто и ничто уже не ограничит. Но в любом случае, рада вас всех видеть и надеюсь на то, что вы будете задавать ваши вопросы, и что вопросы это будут по теме регрессионного поиска, трансовой коррекции и других интересных вещей, на которые я смогу ответить. Но если я не смогу ответить на какие-то вопросы, то я об этом вам честно скажу. Итак, что ж, начинаем нашу встречу. И, может быть, для начала я скажу, что вот буквально в эти дни состоялось рождение третьего тома учебника для регрессологов. Как оно состоялось? Текст этого учебника наконец-то готов. И те моменты, которые я хотела донести до внимания тех специалистов, и которых мы учим, и которые уже являются нашими коллегами, вот эти моменты, они объединены в третий том. Чем он отличается от предыдущих двух? Отличаются серьезностью, отличаются уровнем подачи материала, отличаются сложностью тех вопросов, которые мы рассматриваем в этом третьем томе. И, ну, наверное, как всегда, приятно выразить благодарности. Да, мне тоже есть кого и за что поблагодарить. И первым делом я хочу поблагодарить нескольких очень близких мне людей, моих коллег. И я сейчас без всякого стеснения называю их имена. Это Оксана Чистякова. Это Елена Чернышова и особенно Нина Каратач и Маша Чавес. Это вот те четыре человека, которые затратили огромное количество своего личного времени, приложили многие свои усилия для того, чтобы сделать расшифровки вот тех самых интереснейших сеансов регрессионного поиска, которые и вошли в эту книгу. Это, конечно, Ирина Никитина, которая за это время, к моей огромной радости, стала не только коллегой-регрессологом, но и коллегой, преподающим регрессологию, технику регрессионного поиска, вот именно так, как мы ее сейчас видим. Я хочу высказать ей тоже огромную благодарность. И, в общем-то, вы видели ее на экране. И уже не один раз. Кроме того, что она психолог, регрессолог, она еще является специалистом по такому приборному методу изучения человека, как адаптометрия. И хоть и заочно, хоть и инкогнито, я хочу поблагодарить тех 33 человек, высказать им благодарность за то, что именно их истории оказались достойны того, чтобы рассказать о них в третьем томе учебника для регрессологов. Кстати, третий том я назвала вот так: «Руководство по проведению регрессионных расследований. Детектив от регрессолога». И когда эта книга увидит свет, вы сможете подержать ее в руках, и почитать, и поймете, что это не просто интересно читать, это действительно настолько захватывающие истории. Может быть, они вам напомнят какие-то из ваших личных историй. Может быть, они будут для вас совершенно новыми и неожиданными, но в любом случае, вот, по крайней мере, даже мне, их до сих пор интересно читать. А кроме того, вы увидите то, что... поскольку это все-таки учебник, каждая такая история не просто приведена в виде диалога, диалога оператора и диалога регрессанта, а сопровождена
очень подробными пояснениями о том, почему наши операторы выбирают тот или иной способ ведения клиента, тот или иной способ расследования вот той ситуации, которая происходит, произошла с каждым из этих 33 человек. И изучая вот тот материал, о котором мы говорим в книге, вы сможете понять, а как вам самим действовать в случае, если вам придется столкнуться с подобными ситуациями, вот в похожей же ситуации. Я думаю, что когда придет время этой книги не только пройти через издательство «Стигмарион» и через типографию, но и увидеть свет, мы с вами еще встретимся и еще поговорим о том содержании, которое вот в ней фактически и приведено. Поэтому, что называется, ждите, как только, так сразу. И я думаю, что по той хорошей традиции, которая сложилась, ближе к выходу книги из типографии, мы сделаем презентацию 3 глав. Как обычно, я начитаю их сама. И этот материал будет размещен на сайте ТВ Экстра, для того, чтобы вы могли познакомиться с началом, скажем так, с начальным содержанием вот этой книги, которая дальше будет развертываться уже в бумажном варианте. И вот, наверное, это самое главное, с чем мы подходим к концу 2020 года. И мне очень приятно, что, да, вот эта линейка книг, которую вы сейчас видите на экране, она, кстати, она не полная, их на самом деле уже не 5, а 8, будет 9. И вы сможете это подержать в руках. Итак, жду ваших вопросов. Хороший вопрос. Что такое регрессионный поиск? Я один не понимаю, похоже. Ну, с одной стороны, это хорошо, что вы пока не понимаете, потому что это дает возможность вам это изучить. Ну, или, по крайней мере, познакомиться с содержанием этого понятия. А регрессионный поиск на самом деле говорит о том, вот этот термин говорит о том, что есть у человека память, у каждого человека. Есть в этой памяти нечто такое, что говорит о прошлых событиях, о том, что случилось некогда в прошлом. И если так брать в расширенном понятии, то совершенно неважно, вот это прошлое, оно было в течение этой жизни или, может быть, где-то за ее пределами. И вот эти пределы, они с помощью наших коллег, специалистов, которые занимаются работами в области глубинной памяти, они постоянно расширяются, вот эти пределы. И поэтому те материалы, которые мы стараемся публиковать на канале ТВ Экстра, на сайте Центра Пробуждения, в тех книгах, которые выходят, вот эти материалы, они позволяют понять, а что же такое на самом деле вот эта глубинная память, а что же там может быть за пределами жизни человека. И понять это в приближении, точнее нет, в точном соответствии с тем личным опытом, который есть у каждого из нас. Если вы пока не имели возможности лично пройти процедуру регрессионного поиска и вспомнить, где оно там что-то когда-то было, ваше личное, то вы представляете, какой для вас интереснейший путь может быть. И вы сможете понять не только то, каким вы были, а какой опыт имела ваша личность, которая проживала различные эпохи, различные времена, различные ситуации, как сложные, так и не очень, как заманчивые и загадочные, так и обычные совершенно. Ну или я даже наоборот могу сказать, как обычные, так и загадочные. И вы сможете открыть в себе столько нового и интересного. И для этого нужно только прикоснуться вот к этому интересному. А с другой стороны, он уже становится совершенно обычным, этот процесс. И вот то количество специалистов, которые даже мы подготовили в рамках вот нашей школы, той, которая в 2020 году фактически проходила каждый месяц. Каждый месяц мы выпускали новую группу людей. Вот эти процессы, они становятся доступными все большему и большему количеству людей. И надо сказать, они не только расширяют наше мировоззрение, но они позволяют понять лучше самого себя.
Понять лучше те свои поступки и склонности, которые есть у каждого из нас, и которые не всегда можно объяснить, исходя из условий нынешней, текущей, обычной жизни. Они позволяют ответить на тот вопрос, в чем он заключается, собственно говоря, смысл жизни, причем отдельно для каждого человека. Вот. А то, в чем заключается техника нашей работы, знаете, я бы могла, конечно, рассказать сейчас, но мне кажется, это делать не совсем правильно. Почему? Потому что это, в общем-то, профессиональная работа. И надо сказать, что большинство этих людей, которые проходят школу регрессологов, они на самом деле еще и обучаются в сфере психологии, или они уже имеют психологическое образование. Это нужно для того, чтобы люди работали с вами действительно, будучи специалистами, действительно профессионально разбираясь вот в тех вопросах, которые ставите вы. Вы как люди, которые к ним обращаетесь, и как люди, которые хотят доверить себя специалистам для того, чтобы лучше понять самих себя. И сфера эта огромная, сфера эта интересная, и чем дальше, тем больше эта сфера развивается. И постепенно мы научаемся находить ответы на такие вопросы, на которые, например, 2-3 года назад мы еще не могли такие ответы получить. И мы понимаем все глубже и глубже в эту сферу. И, может быть, если от вас сегодня будут вопросы о том, а как понимать те или иные ситуации, потому что я уже вижу по чату, что присутствуют те коллеги, с которыми, в общем-то, мы уже и пересекались, и общались, и имели тесную связь, и будем продолжать поддерживать эту связь. И вот спасибо за первый вопрос. Ожидается ли презентация новой книги на конференции «Непознанное 2020»? И какую тему планирую я поднять на этой конференции? Ну, во-первых, очень здорово, что третья конференция уже состоится. По опыту тех конференций, которые были в прошлые годы, я могу сказать, что вот мне, честно говоря, очень интересно участвовать вот именно в этих конференциях. По формату, по возможности пообщаться с коллегами, по возможности рассказать о том опыте, который появился за год. И такой формат, он очень удобен, потому что он позволяет и рассказать о теоретических наработках, и провести занятия, мастер-классы, демонстрируя те методики, которые мы отрабатываем, и, ну, в том числе и оказать помощь тем людям, которые нуждаются в такой помощи. И, естественно, я очень надеюсь, что мы успеем издать третий том учебника именно к этой конференции, которая состоится в ноябре 2020 года. И вы сможете первыми, наверное, первыми получить ее на руки. И, соответственно, мы приглашаем вас принять участие в этой конференции. И мы приглашаем вас заранее забронировать себе место, потому что спрос очень большой на эти места. По всем вопросам обращайтесь к организаторам в Центр пробуждения, и вы сможете гарантированно принять участие в этой конференции как слушатель, как участник той практики, которая будет предложена, и пообщаться с теми людьми, которые смогут ответить на ваши вопросы. Конечно, презентация будет в любом случае. Я имею в виду презентацию третьего тома учебника. Даже если случится такое, что в бумажном виде этот учебник еще не будет, не увидит свет вот именно к этим датам, то в любом случае я вам, конечно, расскажу о том, о самом, самом таком интересном, о том, что там будет. И понимаю, что некоторые темы, они достаточно интересные и сложные. Вот именно одну из таких тем я взяла для своего доклада. И, в принципе, я думаю, что я могу уже озвучить эту тему. И тема будет касаться того закулисья, тех хитростей и сложностей, которые связаны с феноменом НЛО, с феноменом контактов с НЛО. И вот наша регрессионная практика, наряду с уфологическими исследованиями, она позволяет понять, что там есть о чем поговорить, там есть в чем посомневаться, там есть на чем сделать выводы, причем выводы эти порой нелицеприятные, как для всего человечества, так и для тех людей, которые
волей-неволей позиционируют себя как представители вот такой сферы общения. А есть что-то такое, чему мы должны поучиться вот у тех субъектов, которые являются как бы второй стороной вот этого феномена, вот второй взаимодействующей с человеком стороной. И мы, я точнее, но как-то вот привыкла уже работать с большими количествами людей, и для меня привычнее говорить слово «мы». Я расскажу вам о том, о тех открытиях, которые мы сделали, когда изучали именно вот такой процесс. И более того, вот сейчас я думаю, что те, кто является моими подписчиками ВКонтакте, Фейсбуке, вы видели, что на август месяц я сделала тематический прием. Прием людей на работу с ними трансовыми методами. И прием людей именно тех, у кого есть подозрение или на такой опыт, или непосредственно сам опыт участия в аномальных ситуациях. Участие с субъектами, существами, которые представляются как пилоты НЛО. И не всегда так оно на самом деле есть. И для тех, с кем я работаю, порой бывает очень неожиданно узнать, а что же там происходит на самом деле. И вот это то, что происходит там на самом деле, вот об этом я и расскажу осенью в ноябре на конференции «Непознанное». И это будет самая главная, скажем так, тема, которую я сейчас и готовлю. Ну и кроме того, я думаю, что обязательно сделаем мастер-класс. Тема мастер-класса, я ее пока обдумываю. И поэтому от вас ждем вопросов. А что бы вы хотели узнать такого практического, что вы могли бы в дальнейшем использовать самостоятельно? И понимаете, как происходит интересно. Мы постепенно начинаем нарабатывать не только вот эту информационную базу в виде индивидуальных случаев, очень интересных порой, но и ту информационную базу, которая касается методического обеспечения. И вот это методическое обеспечение мы постепенно делаем доступным для широкой общественности, потому что мы понимаем, что да, есть несколько сотен человек, которые прошли через русскую школу регрессионных исследований, а вот такое имя появилось и тоже именно в 2020 году, и оно появилось осознанно, и мы знаем, что стоит за этим именем. Но есть и люди, которые практикуют сами, подучившись по литературе, по книгам, которые читали, подучившись через собственную практику. И для того, чтобы вот этому достаточно большому уже количеству людей работать профессионально, для того, чтобы избегать ошибок и сложностей, которые мы проходили на своем собственном пути, мы как раз и делаем методическое обеспечение. И вот в качестве примеров такого методического обеспечения я назову только, ну, наверное, пока два примера. Значит, то, чем вы можете попользоваться уже сейчас, дорогие коллеги, последователи, ну и просто интересующиеся, скажем так. Ну, во-первых, как правило, человек, когда приходит к специалисту по трансовому поиску, он ставит перед собой вопрос. А что его туда привело? А что он, собственно говоря, с помощью вот таких трансовых техник хочет в себе открыть, понять? А с чем разобраться и что в себе улучшить? Одно дело – простое любопытство. Другое дело, когда у человека есть насущные вопросы, которые его беспокоят в течение какого-то времени его жизни. И вот именно для таких ищущих людей и, соответственно, с другой стороны, для специалистов, к которым приходят вот такие ищущие люди, мы сделали перечень показаний для регрессионного поиска и трансовой терапии. И вот, конечно, вы сейчас не увидите этот текст, но я могу показать, как выглядит вот та распечатка, на которой эти темы перечислены. И проанализировав опыт свой и коллег, мы выбрали 25 таких позиций. 25 позиций, которые позволяют понять, а визит к регрессологу – это дань моде, дань модному увлечению, или это действительно насущная потребность? Ну, для примера только могу обозначить вот несколько из этих позиций. Например,
Конечно, любознательность и желание лучше понять самого себя. Да, то, с чего мы начинаем. Эта позиция идет в нашем перечне под номером 1. Лучше себя понимать, когда сам себя изучаешь. И поэтому это вполне достойное желание от будущего клиента, будущего реципиента вот этих трансовых сеансов. И, например, ощущение, что земной мир чуждый, не родной. Вы думаете, это вот блажь? Такой вопрос нет. На самом деле, когда начинаем разбираться вот именно с тем, почему такое ощущение возникло, почему есть ощущение, что вроде как живешь здесь, вроде бы как встроен в социум, но как-то не ощущаешь, что этот социум тебе очень родной, то очень часто находится причина для такого ощущения. И они бывают самые разные, и совершенно не обязательно это некая внеземная прошлая жизнь, как бы мы вот к этой теме ни относились. Или, например, вот смотрю этот перечень. Ощущение потери памяти о некоторых событиях или периодах жизни. А проблема исключительно для психосоматики. И мы понимаем, что действительно люди некоторые от такой проблемы страдают. И естественно, к кому мы их пригласим? Конечно, к себе самим. И, конечно, мы попробуем разобраться, почему такое ощущение потери памяти возникло. Или это детская психологическая травма. Или это, например, последствия нечаянного столкновения с летающей тарелкой, а потерять память можно и там, и там. Или это еще что-то. Поэтому, конечно, вот такую позицию мы в наш перечень показаний внесли. Или, например, ощущение присутствия постороннего внимания без наличия субъекта, от которого такое внимание может исходить. Или это, например, личное участие в паранормальных событиях, жертва полтергейста. Вы можете быть уверены в том, что нашими трансовыми техниками, в принципе, можете ими воспользоваться и понять, а что, собственно говоря, происходит вот в той несчастной квартире, ну или где бы то ни было. А на самом деле объект полтергейста может занимать какую угодно сферу. И вы можете понять, что там происходит на самом деле. Или с вами кто-то шутит? От родных, детей и прочих шутников. Или на самом деле есть что-то такое аномальное, которое проявляется вот там, в том месте, в котором вы можете отследить визуально или другими способами признаки полтергейста. Мы поможем вам разобраться. И такие технологии мы сейчас тоже отрабатываем. И отрабатываем очень активно, потому что, как оказалось, это не просто наше желание, как исследователей, понять, что происходит. Это и желание людей, которые оказались в эпицентре таких аномальных событий, тоже понять, что происходит, ну и, соответственно, избавиться от этой напасти. Она порой очень докучливая, надо сказать. Или, например, еще один вариант. Отметины на теле. Родимые пятна, странные формы или в каких-то необычных местах, шрамы, иные деформации. Вот надо сказать, что в последнее время очень активно развивается тема трансовой психоэнергетической коррекции. То есть тогда, когда понятных, объяснимых и подтверждаемых врачами и другими способами диагностики причин для проблем нету, а проблемы есть. И те, кто сталкивался вот с нашей работой, имеют возможность оценить, что, в общем-то, та техника, которую мы сейчас отработали уже в достаточной степени и продолжаем развивать, что она помогает зачастую избавляться от причин подобных проблем, ну и, соответственно, от их проявлений тоже. Вопрос. Я очень хочу развиваться в регрессологии, но я застряла после обучения. Мое окружение боится от незнания, что такое регрессия. Даже мама отказалась. Екатерина, очень правильный вопрос. И я думаю, что то обучение, которое вы проходили, оно позволит вам найти правильные слова для того, чтобы объяснить вот вашему окружению, что на самом деле регрессология – это не заморочки, это не бред сивой кобылы, это не сектантство, это не какое-то духовное учение, что это обычные психологические практики. И для того, чтобы вам лучше понять, какие слова использовать, какие аргументы использовать, мне бы казалось, что вам хорошо бы поучаствовать в обучении уровень профи. Мы планируем такой уровень сделать в режиме онлайн, потому что прекрасно понимаю, как добираться до Москвы, не все это могут сделать. И вот именно в обучении этого уровня мы говорим и о том, каким образом объяснять, что мы делаем, и как работать с теми
скажем так, психологическими элементами, которые актуальны вот для нашей работы. И поэтому жду вас, вот лично вас, жду на этом уровне онлайн, уровне профи. Я думаю, что та информация, которую мы, вот, проводя уже два таких курса обучения повышенного уровня, вот та информация, которую мы отработали, она для вас будет очень-очень полезна. Вот. И возвращаясь еще раз вот к тому перечню, о котором мы говорим, я еще раз хочу сказать, что пока таких позиций 25 показаний для регрессионного поиска, будет больше. Отчасти в этом можете принять участие и вы, если будете давать свои предложения и свои вопросы. А сейчас мы прервемся на небольшой видеосюжет, и после этого я опять буду отвечать на ваши вопросы. Все, что касается того, что в глубине человека, так? А любой метод гипноза – это как раз проникновение. С этим надо быть предельно осторожным. Предельно осторожным. И вот я бы лично не хотел бы, чтобы у меня было подобное вмешательство. Почему? Могу объяснить. То есть могут переформатировать. Душу-то они переформатируют, а вот надстроить что-то, которое будет выполнять роль души, знаете, это могут сделать. Я уже с этим вопросом разбирался, так, при желании враждебном это сделают. И причем это самое предостерегают. Многих предостерегает от этого, потому что это происходит. Не дай бог. От того, кто будет это делать, очень сильно влияет. То есть, ну хорошо, если он, так сказать, с хорошим намерением, да, он действительно докопается прямо до подсознания. Вот до души дойдет. Но какая цель? А может надстроить что-то, что над... Это будет страшно. Очень хорошая тема для обсуждения, и особенно профессионального обсуждения. Да, напортачить можно. И да, мы достаточно часто сталкиваемся с этим, когда смотрим те ролики, которые выкладываются в интернете. Напортачить можно везде, было бы желание. А именно поэтому мы требуем, чтобы человек не просто был движим каким-то любопытством, каким-то интересом, а чтобы он владел теми технологиями, которые позволяют, во-первых, не дать задурить себе голову, во-вторых, отделить фантазии от реальности. И далее мы рассказываем как раз нашим слушателям об этих способах верификации вот той информации, которая проходит через регрессанта. И те, кто учились у нас на школе, они обратили внимание, что я очень много говорю о технике безопасности, о способах проверки, о способах распознавания маскировки и манипуляции. А такое, к сожалению, бывает, и бывает не очень часто. Еще, наверное, вы заметили, что вот я не очень люблю выкладывать ролики в интернет, потому что, с одной стороны, это вопрос этики, да, человек мне доверился. Я могу эту информацию, вот отрывки сеансов, которые мы делаем, я могу ее давать только исключительно инкогнито. А вот тот массив видеозарисовок, которые встречаются в интернете, он, к сожалению, часто показывает непрофессионализм тех людей, которые снимают вот эти ролики. Их непрофессионализм именно как регрессологов. Но, кроме того, Павел свел вместе два достаточно
Ну, не сказать, что совершенно различных, но не совсем сопоставимых феномена. Феномен клинической смерти и феномен восстановления памяти человека. И изучать эти два феномена нужно и можно, но понимая при этом, что техника работы с людьми, перенесшими клиническую смерть, она немножко отличается от регрессионного поиска. Но, кстати, трансовые техники можно использовать и в этой сфере. И причем они иногда дают очень интересный и порой совершенно неожиданный результат. Вот совершенно недавно довелось расследовать случай, когда женщина перенесла клиническую смерть. Ее оттуда вернули. Она не хотела возвращаться, ее вернули. Вернули под разными способами. Достаточно долго рассказывать это, скажем так, в деталях, поэтому я только общими чертами опишу эту ситуацию. Ее вернули трое. Она их запомнила как три высокие, белые, немножко светящиеся фигуры. Казалось бы, в рамках вот нашей культуры образ трех высоких, ну почти что старцев, да еще светлых, он должен восприниматься абсолютно позитивно. И тогда, когда вот эта женщина вспоминала, что с ней произошло, она была движима только одним вопросом. Раз ее вернули, раз ее попросили вернуться вот в эту жизнь, то, может быть, она какую-то задачу здесь не совсем помнит, но ее надо решать. Может быть, у нее есть какая-то миссия, которую она тоже не совсем помнит, но нужно ее доделать, скажем так. И когда мы с ней начали выяснять, кто же на самом деле является этими тремя фигурами и какие на самом деле были у них интересы, почему она должна была по их настоянию вернуться в земную жизнь, то мы увидели, что там совершенно другой интерес. Интерес к ней просто как к ресурсу, к источнику ресурса, который был чем-то вынужден тем, кто на самом деле выглядел совершенно по-другому. Поэтому здесь вот самое сложное – это научиться разделять то, что помнится на уровне сознательном, от той информации, которая имеется в каждом человеке на уровне бессознательного. И каждый из тех людей, да каждый из нас фактически, он в реальности понимает, что на самом деле происходило, даже если эта ситуация очень такая необычная. Все равно механизм, заинтересованность субъектов и истинные цели, они всегда, их всегда можно открыть. Главное понимать как. И вот этому пониманию того, как открывать истинные цели, вот этому как раз мы и учим. И как раз возвращаясь к теме третьего учебника, вот именно в нем мы рассказываем о том, как происходят такие случаи, когда не только с человеком происходит нечто необычное, но и это нечто необычное еще и закрывается каким-то, ну, скажем так, занавесом, когда у человека кому-то или чему-то выгодно создавать ложные воспоминания, иллюзорные воспоминания. И вот эта тема, которая, я думаю, что в ближайшее время будет восприниматься, точнее, она будет развиваться еще больше и больше, потому что в конце концов надо понимать, а что происходит. Хороший вопрос. Сколько дней человек страдает от болевых и эмоциональных состояний после сессии? Знаете, если с ним правильно проработать, он не будет страдать ни минуты. И более того, у нас есть такое правило, что если просматривая некие прошлые состояния, прошлые воплощения, скажем так, мы наталкиваемся на ситуацию, связанную с острыми эмоциями, с болевыми симптомами, с какой-то травмой, физической или психологической, не суть важно, главное, что это травма, то первое правило для ведущего регрессолога должно быть такое – прекратить на время изучать личное прошлое, проработать эту травму, тут же устранить и болевые ощущения, и эмоциональные ощущения, если они деструктивны, конечно, и только потом возвращаться к изучению личного прошлого. И, может быть, кто-то скажет, что я перестраховываюсь, или я обращаю внимание на те ситуации, которые не столь важны. На самом деле, представьте себя на месте того человека, который вдруг вспомнил, что его в прошлой жизни посадили на кол. Его в прошлой жизни казнили через отрубание головы.
И он это переживает, и он это вспоминает в деталях, в ощущениях, в образах, в картинах, во всем том, что позволяет ему как будто бы сейчас эту ситуацию пережить. Что оставлять ему эти ощущения? Ни в коем случае. Именно вот это правило является основным для регрессолога. Если он человеколюбивый специалист, убрать вот такие деструктивные ощущения и только потом изучать дальше личную ситуацию. Поэтому если подобные ощущения остаются после сеанса, но я могу порекомендовать только одно – найти другого специалиста, который поможет эти ощущения снять. Значит, первый сеанс был проведен не совсем правильно, не экологично, скажем так. На нас влияет, Елена Солохина спрашивает, на нас влияет карма прошлых жизней. А планеты и звезды влияют на нас? Что говорят высшие я об астрологии? Она будет развиваться или трансформируется? Ой, Лен, скажем так, высшее я об этой теме мы, по крайней мере, не спрашивали. Почему? Потому что это не нужно. Что такое высшее я? Это часть нас самих, которые вот точно так же прекрасно знают истинную суть вещей. Просто когда мы живем в социуме, на нас влияет, скорее всего, та информация, которую мы впитали из каких-то религиозных канонов, из каких-то социальных установок, из каких-то стереотипов, которые передаются к нам от нашего окружения, от наших родителей, от соседей. И мы живем вот в этой информационной, простите меня за выражение, каше. И более того, ограничены вот этими самыми информационными рамками. Поэтому, когда мы научаемся чувствовать то, что идет из глубин нашей личности, и отделять это от вот тех стереотипов, которые впитаны в обычной жизни, вот тогда мы и как бы говорим с высшим «я», потому что на самом деле мы слышим самих себя. А что касается астрологии, мы сами делали один очень интересный эксперимент. Наш оператор поговорил с нашим ведомым, скажем так, с нашим регрессантом, но в данном случае речь шла не о регрессии, как о воспоминании каких-то личных деталей, личного прошлого. Речь шла о том, чтобы как раз и разобраться, насколько астрологические характеристики определяют жизнь человека. На 100% астрологические данные, то положение звезд в натальной карте, которое можно рассчитать, и ряд других характеристик, насколько они действительно влияют на судьбу, которая ждет человека в текущей жизни. Так вот, оказалось, что это влияние, да, есть астрологическое, но оно не такое большое. По приблизительным, ну, как говорят в социологии, экспертным оценкам, доля вот этого влияния составляет, ну, где-то треть. В любом случае, не более половины от влияния всех остальных факторов. А этих факторов достаточно много, в том числе и кармические факторы. То есть тот опыт, который душа человека наработала когда-то ранее. И причем, ну, смотрите, у нас почему-то сложилось такое представление, что карма – это обязательно плохо, это обязательно мы когда-то где-то накосячили, и вот теперь мы эти косяки, скажем так, должны распутать. Но так можно вообще до абсурда довести ситуацию, потому что когда-то я кому-то сделала нехорошо, в этой жизни кто-то этот мне отвечает с турицей, чтобы я прочувствовала это, но я опять получаю негативный опыт, в следующей жизни я опять в отношении этого человека должна как бы ему воздать по его карме. На самом деле есть, конечно, закон причины следствия, никуда от него не денешься. Физика процессов, она и здесь физика процессов. Но она не настолько тупо однозначная, простите меня за такой сленг. И карма бывает и положительной, карма бывает и осознанно выбранной, а бывает и нечаянно подхваченной. То есть на самом деле здесь многообразие ситуаций таково, что оно достойно изучения, но если немножко смотреть пошире вот тех шор, которые на нас, опять-таки говорю, на... Как это называется? Навешивают вот те установки, те стереотипы, которые мы впитываем из социума. И вот для нас достаточно интересным был вот тот самый эксперимент насчет астрологии, потому что коллега, с которым мы делали эксперимент, он профессиональный астролог. И, конечно, ему, с одной стороны, хотелось сказать, что да, его-то астрология – это вот все, она определяет все, а все остальное – это так, побочные, сторонние эксперименты судьбы.
На самом деле он с большим удивлением сам себе ответил на свой же вопрос, но только не совсем так, как он хотел. Поэтому нам, когда мы разбираемся с конкретными ситуациями, когда мы стараемся найти те причины, которые привели вот именно к тем следствиям, именно у того самого клиента, который к нам пришел, нам нужно обладать знаниями самых разных техник, самых разных концепций знания. Мы должны хотя бы в общих чертах разбираться в астрологии, хотя бы чуть-чуть в нумерологии. Естественно, профессионально мы должны разбираться в вопросах регрессионного поиска. Конечно, мы должны владеть элементами трансовой коррекции, потому что если что обнаружено, конечно, этому надо помочь. Вот. И, конечно, мы должны обладать знаниями в сфере верификации полученных знаний, то есть подтверждение их на справедливость. И здесь могут быть как психологические методы, а мы тоже этому учим, как, не владея другими способами, попытаться понять, правду человек говорит, или он осознанно или неосознанно фантазирует. И в последнее время мы стали привлекать способы, скажем так, технической проверки тех ситуаций, тех знаний, которые нам становятся доступными из вот такой вот личной информации тех людей, которые приходят на регрессионный поиск. Вопрос промелькнул, какой он духовный мир, Сергей Макаров. А не скажу я, Сергей, а потому что, во-первых, духовный мир – это очень широкое понятие. Во-вторых, здесь можно философствовать сколь угодно и вспоминать про небесные сферы, и вспоминать еще про много что, даже я не буду упоминать вот это. Но мы с вами должны понимать, что самая точная информация, она чаще всего та, которая проходит из личного опыта людей. И вот только понимая, например, процессы развоплощения, то есть оставления физического тела и перехода в мир духовный, мы можем понять, что вот те, скажем так, каноны, которые у нас, вот, по крайней мере, в европейской, в христианской культуре приняты, они, мягко говоря, не соответствуют действительности. Потому что у нас принято считать, что вот в такой-то период времени душа делает то-то, если она покинула тело, вот через столько-то дней она делает все-то, еще через столько дней она еще что-то делает. А на самом деле, когда мы спрашиваем у регрессанта, а какой был его личный опыт перехода из мира физического в мир развоплощенный, то мы понимаем, что процессы идут совершенно по-разному. Я вам специально сейчас не буду говорить более конкретно об этом опыте. Читайте книги, пожалуйста, и там приведены конкретные результаты вот таких конкретных расследований. И да, вот здесь вы видите и археологию памяти, где очень много таких случаев, несколько десятков, ну не только на эту тему, конечно, но и на разные другие. Здесь вы видите и миссию Земля, память о космическом прошлом человечества. Интереснейшие истории тоже касаются в том числе и развоплощения. И, конечно, учебник, и, конечно, интереснейшая книга, которая называется «То, что мы называем смертью, не есть конец жизни», которая вот конкретно описывает то, что происходило с героем, главным героем этой книги, и с его близким семейным окружением. С одним только уточнением, что вот того главного героя к моменту написания книги уже несколько лет как не было в мире живых. И тем не менее он передавал доступными ему способами то, что происходит в мире ушедших в тот самый духовный мир. И опять-таки, вот эта книга есть в виде начитки нескольких глав. Эту книгу можно приобрести в полном виде, эту книгу можно почитать и изучить. И если вы почитаете и изучите ее, и не только ее, и многие другие, на эту же тему, то вы поймете, что реальный мир, он на самом деле отличается от того, который мы, как мы привыкли о нем думать. Лариса Богданова. Недавно в интернете пестрели сообщения и видео о больших скоплениях НЛО, что якобы они бегут с Земли, потому что повышается частота шума. На что вы об этом думаете? Вот давайте мы этот вопрос разделим на две части. Первое. Сообщения и видео. Это действительно, ну, что называется, есть факт, потому что они зафиксировали некие процессы, которые происходят вокруг Земли. Но, с другой стороны, какого типа эти НЛО и бегут ли они с Земли?
Мы, когда занимаемся уфологическими исследованиями, мы понимаем, что есть НЛО техногенные, скажем так, то есть те, которые, ну так немножко утрирую, скажу, склепанные руками или щупальцами из каких-то реальных материалов, из металлопластика или еще из какой-нибудь фигни, которую где-то там научились производить. А есть НЛО, неопознанные летающие объекты. Да, потому что их никто до сих пор не опознал. Но НЛО, которое имеет совершенно другую природу. И НЛО, которое выглядит как некие светящиеся образования разных размеров, разных форм. Но это плазма. Плазма, которая обладает интересными характеристиками, но это не техногенный НЛО. Так вот, что там на самом деле бежало с Земли, ну, я так пользуюсь вот выражениями из интернета, это на самом деле до сих пор непонятно. Да, зафиксирован некий процесс, но это может быть процесс исключительно земного происхождения. Поверьте, у меня есть основания так говорить. И что на самом деле вызвало вот такую активность, до сих пор мы тоже не понимаем. Да, как говорят, частота Шумана повышается. Не могу, скажем так, быть экспертом в этой сфере, пользуясь той информацией, которую сама владею из сторонних источников. Но как это влияет на активность вот этих самых неопознанных летающих объектов? Вопрос остается. Можете... Елена, можете? Вопрос такой. Живу в Колумбии. Могу ли стать вашей клиенткой на такой дистанции? Да, конечно, можете. И более того, вы знаете, я только сейчас начала чувствовать немножко более спокойно. Вот в каком плане. Несколько лет мне приходилось буквально отбрыкиваться от нападок некоторых своих коллег, которые говорили, что нельзя работать по скайпу, нельзя работать дистанционно, удаленно, потому-то, потому-то и потому-то. И когда им в ответ приводили аргументы, что можно потому-то и потому-то и потому-то, это вызывало, в общем, так скажем, бурные дискуссии в профессиональной среде. На самом деле, Лен, я практически с большинством моих клиентов я работаю по скайпу, потому что я прекрасно понимаю, как долететь, сколько это стоит, как здесь пожить, сколько это стоит, как вернуться обратно, сколько это стоит и по деньгам, и по затрате времени. Поэтому вот для таких людей мы специально отрабатываем технологии работы по скайпу. Они практически не отличаются от обычных технологий работы в сфере регрессионного поиска. Мы получаем тот же самый результат. И результат порой даже больше, потому что человек, который не ограничен вот такими финансовыми и временными рамками, он может провести 2 сеанса, 3 сеанса, до того решения проблемы, с которой он обратился. Поэтому что вам нужно сделать? Ну, во-первых, понять, что именно вас интересует, или это свободный поиск, или это конкретная ситуация, в которой вы хотите разобраться, причины которой хотите понять. И после этого находите меня через центр пробуждения или напрямую, это уже как вам удобнее. И мы с вами назначаем время для проведения такого сеанса. Да, конечно, придется немножко подождать, потому что, ну, скажем так, ближайшие 1,5 месяца у меня занят каждый день уже. И простите за выражение, я тоже живой человек, мне тоже не на все хватает. Но длительность ожидания, я думаю, будет зависеть от серьезности того вопроса, который вы поставите. Всегда есть возможность найти какое-то время. На декабрь сформирована группа научное обучение. Лидия, насколько я знаю, пока еще есть свободные места. И если вы не будете очень долго ждать, то вы еще можете успеть забронировать себе место. Хотя, честно говоря, вы знаете, я чему в последнее время удивляюсь? Ну, приятно, конечно, удивляюсь. Как раз тому, что обучение все больше и больше пользуется спросом. Вот казалось бы, что приятнее, когда с тобой проработает профессионал, а ты получил какое-то свое личное удовлетворение от того, что информацию интересную получил или там проблемы свои решил, но люди приходят именно учиться. Конечно, далеко не все из них становятся специалистами, специалистами, которые будут работать, скажем так, с широким кругом. Вот из тех около 200 человек, которые прошли через обучение за последние пару лет, работают как профессионалы, но человек, наверное, 18-19, то есть, ну, примерно 10%. Но это уже здорово, потому что это 10% профессионалов.
которым, ну, например, честно скажу, я могу себя доверить. Я знаю, что они не напортачат. Я знаю, что это люди, которые сделают дело правильно и сделают дело с тем результатом, который нужен. И более того, в общем-то, я взяла на себя такую смелость, что тех специалистов, которым можно вот таким образом доверить себя, я даже рассказала о них в том третьем томе учебника, который скоро увидит свет. И я думаю, что это правильный шаг, потому что это люди, которые могут работать. Это люди, которые не добавят мистификации в нашу и так непростую жизнь и в личное сознание тех реципиентов, которые к ним придут. Это люди, которые способны, наоборот, очистить сознание, показать истину, показать, что происходит на самом деле. И это очень и очень важно. Поэтому скажите, пожалуйста, очное обучение всего 3 дня или по ступеням? Вы знаете, у нас называется наше обучение именно экспресс-курс. Почему? Потому что за вот эти 3 дня, ну, можно я так прямо скажу, я скажу, что мы не считаем необходимым доливать воды в ту информацию, которую мы даем нашим слушателям, разжевывать те тонкости, нюансы, подробности, которые человек может прочитать в учебниках. Вот для того они, собственно говоря, и пишутся. Я вам сейчас прямо-таки покажу вот эти 2 первых тома учебника. Вот этот черненький, это базовый, прочитав который, вы сможете сами начать работать при небольшом опыте. И вот этот второй, это более сложный уровень, уровень профи. Но мы не считаем нужным вот ту информацию, которая здесь написана, а ее, как вы видите, много, озвучивать голосом лектора. Если можно сочетать то, что нужно сказать устно, и то, что можно потом прочитать письменно, вы понимаете, что лучше будет именно сочетать вот эти 2 типа обучения. Поэтому, когда вы приходите на базовый 3-дневный курс, вы получаете все, что вам нужно для того, чтобы вы смогли самостоятельно работать. А вот для того, чтобы усовершенствовать знания, для того, чтобы разбираться в более сложных вопросах, для нас, для этого мы создали специальную профессиональную площадку для общения. Это закрытая группа в сети ВКонтакте. В эту группу мы принимаем, но, простите, пока только тех, которые практикуют и которые прошли обучение. Но эта группа создана специально для того, чтобы повышать квалификацию, чтобы иметь возможность задать свой вопрос и получить ответ от коллег, которые уже имели опыт того, как на такой вопрос ответ получать. Поэтому вот и здесь как бы мы стараемся делать то, что позволяет вам экономить ваше время. И пока вот опыт нескольких лет показывает, что вот этого вполне достаточно для того, чтобы профессионально работать потом как регрессологу. И я опять-таки обращаю ваше внимание, что вот в этот базовый, в такой сжатый, очень наполненный курс мы включаем не только общие вопросы регрессионного поиска, а не только техники, которые позволят их использовать и получать нужные результаты, но и большая часть вот этого базового курса, она посвящена вопросам трансовой психоэнергетической коррекции, когда мы учим, как искать проблему, как искать причину проблемы, как применять при поиске такой причины техники регрессионного поиска, и самое главное, как устранять вот такие проблемы. Ну и, конечно, мы понимаем, что часть проблем решена быть не может в силу самых обыкновенных причин. Мы же с вами тоже не волшебники. Вопрос от Елены. Спасибо за благодарность. У меня после сессии сразу снялись те эмоциональные состояния, по которым вы со мной работали, и не вернулись. Так вот для того мы работаем, именно для того, чтобы
проблемы снимались и проблемы не возвращались. И вот на обучающем курсе мы не только строим наше обучение на теоретических каких-то постулатах, на изысках из теоретических трудов, но мы приводим обычно очень большое количество примеров из практики, которые позволяют понять, а вот как и это происходит. И с другой стороны, вот я еще немножко не договорила про обучающий курс. Он снабжен практикой. По нашей традиции это практика экспресс-характера. То есть мы в очень сжатом режиме позволяем получить те навыки, которые позволят в дальнейшем не теряться при самостоятельной работе. И для этого не нужно часы и дни, поверьте. Для этого достаточно десятки минут провести, но если вы их проводите правильно, у вас уже мало того, что появляется интереснейшая информация о себе самих, о тех людях, которые проходят вот такое обучение, но она еще дает возможность смело бросаться в бой, смело разбираться с теми вопросами, которые есть. И эта практика касается не просто того, как погрузить клиента, а как изучить какое-то его личное прошлое. Она касается и того, как разобраться с психотравмами и как найти соответствие между прошлыми травмами и нынешними состояниями физического тела. И как определить, когда вот это влияние просто, скажем так, имеет физическую природу, энергетическую, информационную, не суть важно, но физическую. И когда вот в этих причинах замешана, ну, скажем так, некая злостная воля некой третьей стороны, которая имеет свои интересы в нас, как в существах физических. Не буду разворачивать эту тему, потому что она достаточно интересная. Она касается и сенсорных способностей человека, она касается и взглядов на окружающий мир, но мы о ней говорим. И мы, как профессионалы, не считаем нужным избегать таких тем. Они сложные, они острые, но мы учим, как с ними работать. И сейчас мы еще прервемся на небольшое время, и после этого я предлагаю вам готовить очередные вопросы. Вернулись мы с вами в студию, и я хочу вам напомнить вот о чем.
Раз уж мы заговорили о методическом обеспечении, то смотрите, как вы, как потенциальные клиенты регрессологов, можете поступить. С одной стороны, вначале у вас может возникнуть желание что-то такое сделать с собой, что-то такое, что называется регрессионный поиск. Если у вас такое желание возникло, вы можете проверить себя на то, это на самом деле ваша насущная потребность или это желание просто поддаться модному течению и что-то такое сделать. Если у вас возникло желание проверить, действительно ли у вас есть потребность, то вы можете вспомнить про вот те самые 25 показаний для регрессионного поиска и трансовой терапии. Вы их можете уже найти в интернете. Вы можете уже посмотреть, а есть ли у вас что-то такое, что вам действительно необходима помощь квалифицированного специалиста. И, соответственно, предпринять свои собственные действия для того, чтобы такого специалиста найти. Далее, что вы можете сделать? Вот среди этих 25 показаний есть несколько позиций, которые относятся к сфере психосоматики. Это я пока рассказываю то, что у нас уже есть. И вот если вы чувствуете, что вот эти вопросы как-то вот так вот резонируют, вам как-то вот близко те темы, которые в них обозначены, вы можете сделать первичную самопроверку. Для этой первичной самопроверки у нас уже готов аудиоролик, который несколько месяцев уже даже лежит в интернете. И он называется, насколько я помню, трансовая психоэнергетическая коррекция. Но вы его можете найти совершенно просто, и вы можете проработать себя под то голосовое сопровождение, которое я сделала для этого ролика. То есть фактически как бы проработать со мной, но в таком дистантном режиме. И если в этом ролике вы находите какое-то созвучие той ситуации, которая есть у вас, а точнее, простите, я пропустила один очень важный момент. Вы можете пройти тест на психосоматику, который тоже уже подготовлен и доступен для самостоятельного использования в таком же аудиорежиме. И там есть два варианта. Тест для женщин, тест для мужчин. Если вы, пройдя этот тест, обнаруживаете, что у вас есть некий резонанс с тем, что там говорится, а это именно тест на аудиальное восприятие и потом на кинестетическое, то вы можете пройти, решить вот эти проблемы самостоятельно, не тратя время, не тратя никакие другие ресурсы на то, чтобы найти регрессолога. Для этого как раз предназначен тест на психоэнергетическую коррекцию. Он тоже уже есть в интернете. Нам не жалко, поверьте. Главное, чтобы вам было хорошо. Мы даем вам эти методики. И вот только если вот этот автономный ролик вам показывает, что вы не в состоянии справиться вот так, и что вам нужна действительно профессиональная помощь, вот тогда вы ищете тех специалистов, сведения о которых есть и на сайте Центра пробуждения, и другим способом вы их находите, именно тех, которых мы рекомендуем, тех, которые занимаются именно теми вопросами, которые вы для себя определили как значимы. И вот тогда вы уже ищете возможность пройти такую работу в индивидуальном порядке с учетом всех ваших особенностей. И вот сейчас отвечу на этот вопрос. Спасибо большое. Вот такой как бы рециклинг вот мы будем постепенно разрабатывать для всех тех возможных ситуаций, в которых наблюдается возможность вот этого предварительного элемента самопознания, самотестирования, самокоррекции. И таким образом вам будет легче определяться, что вам нужно, а нам будет легче, потому что мы будем понимать, что к нам приходят люди, которых действительно ситуация требует индивидуального решения. Вот примерно такое мы и будем делать. И поэтому в рамках вот той самой русской школы регрессионных исследований, которую мы сейчас развиваем, даем ей возможность жить, даем возможность другим узнать о том, что такое есть. Вот мы эти техники и будем работать. И я теперь прошу третий раз вывести вопрос на экран. Хочу обучиться и стать профессионалом. А можно ли узнать заранее, стану я профи или же нет, чтобы не тратить время и деньги? Гульжанат, если есть желание, наверное, вы можете потратить и время, и деньги на то, чтобы обучиться.
А дальше все будет зависеть только от вас. Я все время говорю, что регрессионный поиск – это как изучение иностранного языка. Если вы практикуете, вы постепенно набираетесь опыта, знаний, мастерства. И вы становитесь как раз вот тем самым профессионалом, который не сможет, сможет не только интересоваться чем-то, а сможет действительно реально помогать другим людям. Если же для вас это доступно достаточно только в ознакомительном режиме, почитайте вот те книги, которые уже есть на эту тему. Я при этом говорю не только о тех книгах, которые я написала на основе опыта. Я говорю о Майкле Ньютоне, о Долорес Кэннон, о Брайане Вайсе и о ряде других регрессологов профессиональных, которые в этой сфере, ну, в принципе, достаточно известны. Вот, и вы поймете, а вообще вот эти вопросы с вами резонируют? Если резонируют, хотите ли вы потратить себя, какую-то часть своего умения, своего времени на то, чтобы работать именно профессионально? И прочитав, вам это будет, во-первых, проще сделать, а во-вторых, вы сможете уже более точно определиться, а надо вам это или оно вам не надо. Вот примерно так я бы ответила на этот вопрос. И еще один момент. Хороший вопрос, Лен. Для обучения обязательно медицинское образование психолога? Для обучения нет. Я вот как раз еще раз говорю о том, что не все становятся профессиональными специалистами. Для многих достаточно обучения как возможности помогать кому-то своим близким, своим родным. И этого вполне достаточно. Кому-то достаточно обучения для того, чтобы просто более широко понимать тот мир, в котором мы живем. И это тоже нормально. А вот для тех, кто уже начинает вести прием профессиональный, для тех образование психолога, конечно, ну, не сказать, что обязательно, но крайне желательно. И крайне желательно не только с той точки зрения, что вы знаете не только уже регрессионный поиск, но и другие психологические наработки, а многие техники, которые применяют регрессологи, они идут именно из психологической науки. Но вы получаете еще и, скажем так, социальное право, юридическое право проводить вот такие работы на уровне профессиональном, вести вот такую профессиональную деятельность. Поэтому мне бы казалось, что правильнее поступить вот так. Сначала пройти изучение, обучение в сфере регрессологии, и если вы понимаете, что это ваш путь, что вам это интересно, и вы готовы, и будете, то вот тогда вы уже находите возможность получить психологическое образование. В принципе, многие мои коллеги вот именно так и сделали. Проверили себя, и теперь они получили образование, и теперь они являются не только регрессологами, они являются профессиональными психологами, что, в общем-то, очень позитивно сказывается на результатах их работы. И уж раз мы говорим о тех методиках, которые мы постепенно нарабатываем, то я хочу еще один такой вкусный моментик озвучить. И вкусность его в том, что мы сейчас уже сделали основу, болванку, разработку, а что я, собственно говоря, принижаю наши работы, вот именно ту разработку, еще одной такой методики, которая поможет, да в принципе, и не только трансовым терапевтам, и даже другим специалистам, которые не занимаются трансовой коррекцией, а просто психологам любых направлений причем. И методика эта называется диагностические аффирмации. Вот, скажем так, те из вас, которые вращаются вот в подобной сфере, они прекрасно помнят самое последнее, вот что скажу, самое близкое к нашему времени, имя Луиза Хей. Человек, который пустил в мир очень эффективно, надо сказать, пустил методику позитивных аффирмаций. Есть литература, не буду я вам о ней рассказывать, вы захотите, вы сами найдете. Но для нас с вами важно не перестраивать личность человека, а важно, на что, собственно, и настроена позитивная аффирмация, а нам важно использовать аффирмации, то есть фразы, слова, которые имеют определенный смысл, определенное значение и звучание, для того, чтобы легче было обнаружить те психоэнергетические, психофизические проблемы, которые порой мучают человека.
И вот с такой техникой диагностических аффирмаций, в общем-то, не очень часто приходится встречаться. Иногда только упоминание о ней. А вот так, чтобы собрать воедино, сориентировать на какие-то определенные блоки чувств, определенные типы проблем, с которыми приходят к нам клиенты, чуть не сказала пациента, но мы все-таки не рассматриваем это с точки зрения болезни. Вот, кстати, Алексея приветствую, Калешова, очень приятно, что смотрите, и всех других, кто здесь есть. Вот, так вот, как раз для таких специалистов мы сделали еще одну методическую разработку. Мы разработали 9 блоков на определение психосоматических, психоэнергетических проблем. А вы можете точно так же воспользоваться этой разработкой для собственной работы. Опять-таки, нам не жалко, мы вам ее дарим. Вот, вы ее можете найти в интернете на наших интернет-ресурсах. А тем, кто захочет более подробно проработать эту тему, ну, милости просим на очередное обучение. Или, если вы уже практикуете, то на очередной курс уровней профи. Антонина, вопрос. Исходя из ваших исследований, какова цель эволюции духа, души через проживание в человеческом теле, в нашем земном воплощении? Знаете, я бы немножко расширила вот эту тему. Во-первых, опыт получается при проживании в любом теле и даже в том, что мы не считаем телом. Во-вторых, такой опыт получается из каждой жизни. Главное – суметь его найти и осознать. В-третьих, вот конечную цель, ну, простите меня, я не творец, и я не знаю, что там является конечной целью. Я знаю только то, что рассказывают наши регрессанты. И если мы выводим их на понимание, на осознание их личного опыта, то мы понимаем одну очень важную вещь. Какая бы сложная ни была жизнь, как бы с точки зрения социума, с точки зрения культуры мы не оценивали вот проведенную человеком жизнь, в том числе и негативно, если мы ее оцениваем. Но тот опыт, который извлекает душа, он всегда позитивен. Душа учится либо сопротивляться и противостоять, либо двигать и помогать другим, либо еще чему-то, но это что-то обязательно позитивное. Вот для нас, наверное, вот на данном этапе вот это самое важное. А что там будет в итоге? Ну, как говорится, мы все там будем. Причем не сейчас, а я не знаю, сколько воплощений спустя. Может быть, и конца такому не будет. Мне бы не хотелось как-то философствовать на эту тему. Мне бы хотелось, чтобы сейчас больше внимания было уделено тому, какой позитивный опыт мы можем извлечь из того, что мы делаем, из того, чем мы занимаемся, из того, как мы помогаем людям. Лариса, спасибо за вопрос. Были ли у вас случаи, когда вы не смогли справиться с проблемой, введенного в регресс? Я имею в виду, что за ним стояла какая-то сильная сущность. Ну, мы с вами на чистоту говорим. А у меня были случаи, буквально несколько штук за всю многолетнюю практику, когда я не смогла вывести человека на работу в трансовом состоянии. Но это в силу тех особенностей, которые были присущи данному человеку. В тех случаях, когда мы имели возможность убедиться в наличии недоброй воли со стороны каких-то контрагентов. Причем контрагентов, которые по внешней видимости не имеют физического тела, но имеют некую, скажем так, энергетическую мощь. Вот того, чтобы мы не решили такую проблему, такого случая у меня не было ни одного. Может быть, пока не довелось. Может быть, еще появится кто-то такой мощный и сильный. И поверьте, это не бахвальство, это просто констатация факта. Но пока получалось так, что проблемы оказывались решены. Что будет дальше, посмотрим. Пока так. И замечательно. Владимир, приветствую, во-первых. Владимир, простите, неправильно поставил ударение. Замечательная информация об астрологической зависимости. Вяжут по рукам и ногам, а сверху грозят кармы. Вот вам и свобода воли. На самом деле, знаете, что здесь важно? Важно понимать те условия, в которых живешь. Важно понимать свои возможности. И важно использовать эти условия, эти возможности во благо, как минимум, себе самому, а лучше, если еще и своему окружению. Потому что можно быть высоким голубоглазым блондином,
Но надо понимать, зачем это нужно. Можно быть кошкой, собакой, лосем, кем угодно. И нужно понимать, зачем это. Можно понимать, что ты родился в такой-то день, такого-то месяца, и у тебя в натальной карте именно таким образом планеты сошлись. Но нужно понимать, какие аспекты от вот именно такого положения ты можешь использовать спокойно и в развитии, а на какие аспекты ты должен обращать внимание, но с точки зрения того, что перерабатывая их, ты получаешь опыт дополнительный. Это как спортсмен, он же тренируется, он становится сильнее. Главное правильно понимать, что это за сила и почему она именно у тебя есть. Вот, поэтому вот моя позиция такая, что есть сложные элементы жизни, есть зависимость, в которую нас хотят вогнать. Но чем больше мы осознаем себя, самое и свое место в этом мире, тем сильнее мы с вами становимся в итоге, в целостности. И, в общем-то, вы прекрасно знаете, как такие ситуации развиваются и как их можно использовать, и вы прекрасно их используете. Вот, наверное, так я отвечу на этот вопрос. Чем ваш поиск отличается от поиска по методике Доллар-Скэна? Но очень хочется понять разницу и смысл в обучении. А я все время говорю вот как, что нет методик различных. Есть разные психологические техники, которые можно комбинировать и которые можно использовать, скажем так, более эффективно, либо менее эффективно. И как они используются разными специалистами, вот от этого зависит эффективность специалиста. Есть направление поиска. У Долорес это одно, у Ньютона это другое, у нас немножко третье. Это тоже нужно понимать. И наша разница в эффективности использования времени, ресурсов и получения того результата, который клиент хотел бы обеспечить. Вот. А сейчас мы с вами должны прерваться еще на несколько минут. И я надеюсь, что после этого мы с вами ответим еще на некоторые вопросы. Если вдруг вы получите ответы, которые будут совершенно разные или не очень похожие, да, это еще не признак того, что это не контактер, и информация у него ложная или еще что-то. Например, у меня на сегодняшний день уже есть две версии. Сейчас помню, одна версия, вторая версия. И вот недавно я еще раз вспомнил контактершу из России, кстати говоря, Азербайджана, точнее, она тоже дала свою версию. Значит, три человека, которых мы называем контактером, они и все три дают не одинаковые версии, связанные с происхождением человека. Одна говорит, что она Азербайджана, это Майя Бадалбейли, жива-здорова, кстати. Вот. Она говорит, что, значит, условно говоря, внеземным разумом был однажды взят генетический материал на Земле, и, в общем, из этого началось, ему было дано изменение формирования человека, и это были не мартышки, не какие-то, да, там вообще какие-то примитивные существа были. Вот, значит, потом есть такой человек очень интересный из США, Джерри Уиллс, о котором много раз говорил. Он говорит вообще, что он родился на другой планете, я ему верю по определенным причинам. Вот, так он говорит, что ему говорили, что вы вообще не здесь сформировались, вы такие же люди, как и мы, ну, пришельцы, с которыми контакт. Просто мы так получилось, что одно время как бы разошлись, да, и мы теперь живем там, мы теперь живем здесь. Но, по-моему, он не говорил обо всех глобальных людях. У меня такое впечатление, что какой-то части. Вот. И третий вариант, это в перуанском контакте было объяснено, что вынужденные были сделаны манипуляции генетические с приматами на определенном эволюционном ступени, даже мне названо было вид приматов, я не знаю, можно ли их назвать приматов, если будете искать, это проконсул. Это очень-очень давний, по-моему, вообще предок очень далекий, да, там, если будете искать. Есть в эволюционной линии такое существо, называют проконсул. Вот, так вот, она мне говорила, что его начали генетически изменить. Но это было вынужденное изменение не с целью создания человека. Вот, и потом, как, условно говоря, побочное следствие начало формироваться там другое, да, и у нас появились предки. Ну вот, то есть три разные истории. Всем этим трем людям я одинаково доверяю.
понимаете, да? То есть, но если я присматриваюсь, понимаете, то есть получение необычной информации, значит, или несовпадающей, это еще не причина. Я как бы откладываю их в коробочки, они у меня лежат. Я потом просто расслабляюсь, наблюдаю, там, как бы я не слишком кострию копаюсь. И вот я смотрю научную программу о начале жизни, да, на Земле, и вдруг я вижу интересную параллель. Понимаете? Вот. И потом бывает, что не хватает элементов, да, в истории, и потом, когда все элементы собираются, ты видишь, что одна история на самом случае не противоречит другой. Например, про серых пришельцев, сейчас я к этой вернусь, да, есть информация, что они говорили якобы, да, вот одному, там, второму, что в течение эволюции человека они произвели около 60 генетических вмешательств. То есть мы настолько модифицированное существо, понимаете, то есть где говорить о естественной эволюции, где говорить об искусственном. Причем это ведь вы не можете взять генетику и посмотреть, а вот здесь они поменяли, здесь поменяли. Что вы сказали? Произошла мутация. То есть запустили вирус и всех поменяли, да? Ну, не знаю, что, я не знаю как, понимаете. Это могло быть буквально взяли образец ДНК и подкорректировали какой-то ген. Потом идет 100 лет развития, 300 лет. Потом они смотрят, что надо еще... Понимаете, я просто утрирую, я не говорю, что они так делали, но это не видно, понимаете. Ученые скажут, произошла мутация. Какая? Почему? Ну, скажем, солнечная радиация. Клетка мутировала, и выросли жабры. Понимаете? Но мы не знаем причины мутации. А мутацию мы просто взяли, и они поправили ген. Как у нас вот сейчас делают. Уже делаем, мы делаем это. Ну, знаете, очень интересный ролик вот сейчас нам довелось прослушать, но здесь возникают вот какие вопросы. Во-первых, почему исследователи аномалий почему-то игнорируют грандиозный опыт человеческой науки, той же самой биологии, которая прекрасно знает, чем ДНК человека отличается в своих геномах от других ДНК. Зачем спрашивать кого-то непонятно кого? Мы думаем, что те, которые нам вещают сверху информацию по телепатическому контакту, что они знают все. К сожалению, приходится отдавать себе отчет в том, что совершенно другие у них цели. И вот те расследования, которые мы сейчас проводим, и части из которых есть в третьем учебнике, они показывают, что на самом деле никакого благого пожелания в адрес человека от этих субстанций не исходит. Кроме того, ну как проверить? 69 вмешательств. У кого вы перепроверите вот эту информацию? Мы с вами должны здраво относиться к этой теме, и там, где не нужно изобретать сущности, их не изобретать. Вот опыт исследования в сфере уфологии не только мой, а и многих других моих коллег, и питерских, и московских, и многих других, он показывает, что по телепатическому контакту не было получено еще практически ни одной применимой информации, той, которую мы бы с вами могли применить и взять в дело. К сожалению, вот это так. И у нас с вами возникает только вот какой вопрос. А вообще для чего нам вот эту информацию, если не сказать, что это информация в кавычках, псевдоинформация, вот зачем нам ее спускают? И я думаю, что сейчас мы с вами не будем этой темы касаться, она очень длинная, но, может быть, мы одну из следующих открытых встреч посвятим и вот этой теме. И, кроме того, я еще раз напоминаю, конференция «Непознанная», ноябрь 2020 года. Вот там я расскажу о том, что будет к тому времени известно, и что сейчас уже известно, о вот тех закулисных целях, задачах и интересах, которые через вот такие контакты проходят. Во всяком случае, мы, когда оперируем вот с такой информацией, якобы пришедшей от каких-то высоких источников, мы понимаем, что она, во-первых, недоказуема, во-вторых, она не совпадает у одного источника с другим источником. И давайте будем честными, внешний словесный антураж, он не показывает того, что на самом деле. Если эта информация касается генома, а будьте добры, покажите, а какие гены заменялись, а когда заменялись, а почему заменялись. Ну да, в принципе, тоже гены модифицированные. Вот, ни один телеконтактер вам этого не даст. Он может общими словами как-то что-то обрисовать. Но посмотрите на
те красивые слова, которые идут от телеконтактов. И вы сами увидите, что это не более чем общие слова. Поэтому здесь как раз и нужно продолжать. Да, я прошу вывести еще раз этот вопрос. Лариса, я задаю вопрос высшему. Я мысленно, телепатически получаю ответ на важные вопросы. Ваше мнение. Ларис, я не имею мнения по этой ситуации, потому что я не знаю подробностей. Во-первых, как вы это делаете? Во-вторых, что вы считаете вашим высшим «я»? В-третьих, те вопросы, которые вы задаете, не могут ли они быть вам известны, ответы на них, просто потому, что вы себя хорошо понимаете? В-четвертых, я не могу проверить тот источник, с которым вы общаетесь. Поэтому, наверное, если есть потребность в том, чтобы разобраться, лучше не искать чего-то мнения, а лучше проверить вот этот ваш источник. Такие способы у нас есть. Вот примерно так. Друзья, коллеги, мы с вами потихонечку подходим к завершению, поэтому давайте так, еще 2 или 3 вопроса, на которые я постараюсь что-то ответить. И после этого мы с вами расстаемся до следующей встречи. Я так немножко оптимистично говорю. Елена, а вы задаете вопрос Алексею Калишову, и вы задаете вопрос, это правда, что у высшего «я» не всегда есть ответы? Да, конечно. Мы же с вами, это я от себя уже говорю, мы же с вами не господа боги, мы же с вами не творцы Вселенной, мы же не можем знать все. Нам могут навешать, простите, лапшу на уши, нам могут что-то ответить. Но что это такое будет? Вот вопрос остается вопросом. Пока мы на таком уровне развития, конечно, мы знать всего не можем априори. Вот примерно так. Конечно, я извиняюсь, что ответила за Алексея, но так получилось. Если есть еще вопрос, то я готова выслушать и готова ответить. И еще раз могу сказать... В завершении уже, наверное, нашей сегодняшней встречи. Во-первых, мы с вами не прощаемся, мы с вами расстаемся просто до очередной открытой встречи. Это раз. Во-вторых, тех, кто хочет пройти обучение, вас ждут на сентябрьской группе онлайн, вас ждут на декабрьской группе очной, и вас ждут, я вас жду, в центре пробуждения вас ждут. На том уровне обучения профи, который мы планируем сделать в режиме онлайн осенью. Когда это будет, информация об этом еще придет, как только мы определимся со временем. Ну и мы надеемся, что мы с вами встретимся на конференции «Непознанные». Еще раз говорю, это начало ноября 2020 года, 7-8 ноября, как вы видите вот на этой заставке. Будет очень интересно. И я надеюсь, что будет еще и полезно. Ну что ж, до встречи!